Санатории – учреждения, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют природные ресурсы, такие как минеральные воды, лечебные грязи и морские купания. В сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием можно здорово укрепить здоровье. Выбрать хороший санаторий из многочисленного их разнообразия порой нелегко. Белорусская делегация, состоящая из представителей организации «Белогроздравница», посетила Щелковский перинатальный центр и рассказала о качественных санаториях в Республике Беларусь и о том, почему жителям Подмосковья стоит обратить на них свое внимание. «Белогроздравница» – одно из крупнейших объединений Республики Беларусь. В наш состав входит 8 санаториев крупных. Мы имеем 3000 коек, работает 1500 сотрудников. Но самое главное, что нас отличает от всех вообще санаториев Республики Беларусь, это то, что мы имеем 60 коек санаториев для детей. Санатории и профилактории Республики Беларусь жители Щелковского муниципального района, в частности, посещают сейчас с регулярным постоянством. И количество из года в год растет. Это говорит о том, что услуги, которые предоставляют санатории и профилактории Республики Беларусь, они, во-первых, доступны, во-вторых, они качественны и соответствуют тем стандартам, которые необходимы для такого типа учреждений. С 2006 года заключен договор о сотрудничестве и обмене опытом работы между профсоюзом работников здравоохранения Минской и Московской областей. Именно в рамках этого договора и происходит обмен визитами. За много лет нашего договора, скажем, мы направляли наших людей уже в эти санатории, и поскольку, чтобы предложить нашим работникам выбор большой, учитывая наши отечественные санатории, в том числе и профсоюзные, мы даем возможность и еще побывать в Республике Беларусь и ощутить, и сравнить. То есть у человека должен быть выбор. Подобные встречи крайне важны для обеих сторон, ведь это укрепляет культурные и экономические связи. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».